Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Сергей, и сегодня я хочу с вами поделиться своим секретом успеха, а именно, как я начал зарабатывать деньги на рынке Форекс. Итак, немного истории. Когда я пришел на рынок, я полагал, что это какая-то лотерея, или розыгрыш, или лото. Ну, короче так, угадал, не угадал. Ну, повелся на удачу, думал, все будет класс. Но ничего подобного. Все мои попытки потерпели фиаско. Но мою жизнь изменила книга Петра Пушкарева «Искусство быть смирным». После знакомства с ней я понял, что Форекс – это наука, которая живет по своим правилам и законам. И вам их надо знать. Как ничто другое, вам поможет это сделать книга «Искусство быть смирным» Петра Пушкарева. Только благодаря тому, что я познал основные подходы, я сумел зарабатывать деньги. Чего желаю и вам. Удачи. Книга бесплатна, находится в свободном доступе. Всего хорошего. Пока.